Один из старых традиционных методов тренировки попробуем сегодня сделать акцент именно на плечевом поясе. То есть выходим в разных вариантах вперед. Также гриф еще использовался для прокатки. Но сегодня нас интересует нагрузка именно на плечевой пояс. То есть то, что необходимо для взрывного удара. Если нет грифа, можно использовать просто палку с подвешенным грузом и работать все то же самое. Если нет груза, опять же используем новые технологии, в частности резиновую петлю для нагрузки. И делаем все то же самое. И, соответственно, новые технологии позволяют нам вот только с петлей. Здесь мы можем работать двумя руками, как и с грифом, так и поочередно каждой рукой. Чем, опять же, хорошо при работе бокового, больше идет нагрузка на среднюю дельту. Кроме прямой работы, мы можем также использовать для наработки взрывного действия. Соответственно, кроме работы двумя руками одновременно, здесь мы можем нарабатывать взрывной элемент отдельно, каждой рукой.